Добрый день, любители рыбалки! Сегодня я хотел вам рассказать о том, как я делаю спиннербейт своими руками. Ну, что для этого надо? Для этого нужна проволока, где-то 0,8-1 мм нержавейка. И начинаем ее делать. Значит, вначале делаю вот эту вот петельку верхнюю. Так, теперь туда немножко заведу кусочек термоусадки. Вот сюда, чтобы она держала наш лепесток. Отмеряю 5 сантиметров. Начинаю накручивать. Это для того, чтобы крепилась основная леска здесь. Если 5 сантиметров, то если не 5 получилось. Да. И здесь надо сделать защелку для того, чтобы можно было цеплять нашу приманку. Значит, защелку надо делать так, чтобы она не мешала. Значит, я вначале делал вверх, защелку крутил, но потом, если вы делаете через чебурашку, то чебурашку надо будет перекручивать. Вот так, как вот здесь, вот видите. Поэтому лучше загибать ее в бок. В этом случае не надо будет гнуть чебурашку. Все, теперь надо ее только оснастить, и все. Наша приманка готова. Ну, здесь тоже вот неправильно сделал. Вот этот загиб надо было сделать наверх. Тогда при подтяжке он не будет мешать. Не будет ни за что цепляться. Вот этот вот загиб другую сторону. Вот.
Так будет правильно. Теперь берем чебурашку. Вот эта чебурашка, вот она разборная. На нашу конструкцию, как она. Так, все застянули, а наверх идет вертлюжок с карабином, можно яйцом вцепить, подцепить сюда лепесток. Можно лепесток взять на quick change. Это вот такие вот вертлюжки с карабинами. Вот такие вот. А можно через... Где она мне здесь? Через заводное кольцо можно еще сделать. Где-то здесь сложил, вон эти и туда положил. Ладно. Вот возьмем с крепченджем. Заводим его сюда. Закрываю ее термоусадкой. Термоусадку эту насаживаю. Все. В принципе, у нас готовая получается приманка. Ну вот и все. Все. Будьте здоровы. Не хвоста, ни чешуи.